Ах, какой вид! Васильгер-Сити. Как на ладони. Васильгер-Сити. Дом Реннера. Дом Рейфа. Дом Ван Гоги Кандинский. Да, вот и так выглядит Силигер-Сити сейчас. Как интересно, а с этой стороны от станции метро Силигерская, от южного входа-выхода. Да, пойдемте посмотрим. Это у нас возле станции метро Силигерская. Мой более удобный вход-выход. Южный. Да, я пользуюсь разными. Хожу туда-сюда. Какой вход у нас. Вход-выход. Павильон во французском стиле. Красивый. Коровинское шоссе, а там Дмитровское шоссе. Парк Федорова. Здесь выход есть подземный переход. Вот здесь есть на противоположную сторону. Туда так находим. Здесь гостиница. Метрополитена. Здесь Бескудниковский район. А напротив район Западной Дюбина. ЖК Силигер-Сити. Какой красивый. Что видно отсюда. Давайте на метро еще посмотрим. Станция метро Силигерская. Вы нас тоже снимаете, да? Снимайте, снимайте нас, да. Открыто 22 марта 2018 года. Вот я себя, мужчина сказал, снимайте, снимайте меня. Разрешает снимать. Да. Снимаю я из Бескудниковского района. Здесь наш район Западная Дюбина. Силигер-Сити. Пойду я сейчас в торговый центр зайду. Куплю свой любимый длинный французский хлеб. Да, пойду я, пожалуй, все это. Хотя я намечала. Но пойду, поскольку рядом. Да, вот метро. Это был Поснимова. Да, у нас дом, мой дом. Это я. Какое метро? Я все рада, что у нас метро есть.
Да, у нас. Платные сим-карты. Какие в торговле все. Сим-карты. Платная сим-карта. Бела мегафон. Народ. Там тише видно. На Сильвер-Сити. Да, вот здесь уже моя сторона. Мой район. Ах, как красиво смотрится. Развилка тут сейчас.